не доклад, это память о друге. Так случилось, что люди уходят, и мало людей остается, которые знают друг друга. И так получилось, что Георгия Михайловича лично, из тех, кто в этом зале, тоже знают немногие, потому что они гораздо моложе. Мне в жизни ужасно везло на встрече с удивительными людьми. Георгий Гречко. Что это для меня? Это удивительный эрудит. Эрудит во всем. В науке, в искусстве, в литературе, в театральном искусстве, в киноискусстве. Ну и, конечно, в своем основном деле, в космонавтике. Много лет мы с ним дружили семьями, дружили близко. И это как бы вторая часть его жизни. На самом деле за этой улыбкой весельчака Гречко, на самом деле там скрывался недюжинный ум и невероятное упорство и твердость в достижении своих целей. Он интересовался всем на свете. Он дважды ездил с экспедицией в глухую нашу Сибирь на место падения Тунгусского метеорита для того, чтобы найти там какие-то фрагменты. Ну, к сожалению, до сих пор его не нашли. В каждой стране, где он бывал, и где были пирамиды или какие-то исторические сооружения, остатки, он всегда их посещал. И даже когда однажды по телевидению прошло какое-то сообщение о том, что на горе Синай находятся обломки какого-то древнего летательного аппарата. Он полетел туда и в возрасте 82 года поднимался на гору для того, чтобы это увидеть. Но, к сожалению, там тоже этого ничего не было. Он работал в команде Королёва, это все знают. Но чем он занимался? Когда он был просто инженером, он рассчитывал орбиты наших летательных аппаратов, которые летали вокруг Луны, на Луну, и этим он занимался. И когда попал в отряд космонавтов, он 12 лет был дублером во многих командах. А что такое дублер? Это каждый раз к старту идут две команды. Команда основная и команда дублер. И если у основной команды кто-то, допустим, давление поднялось, то летят дублеры. И так бывало. И это, конечно, всегда огромное моральное напряжение. 4 часа люди ждут, пока готовят ракету. И что тоже полетит. И чтобы снять это напряжение, всегда им показывали какую-то комедию. Но настало время, когда вышла картина «Белое солнце пустыни», им стали традиционно показывать только эту картину. И они так много ее смотрели, что у них создалась такая викторина по содержанию картины, шуточная. И наиболее остроумные ответы, они известны, они просто записывались в такой журнал. Ну, например, так получилось, что через 10 лет после создания картины, а я участвовал в съемках этой картины, мы приехали в Звездный городок через 10 лет, когда любая картина забывается. Нас стали проверять по этой викторине, какую икру ел Верещагин в картине. Оказывается, икру он ел проклятую, потому что там честно по содержанию, жена его кормит из ложки икрой, а он говорит, опять проклятая икра, хоть бы хлеба достала. Но надо сказать, что в это время в стране был дефицит, и икра черная, конечно, была дефицитом, и людям это было интересно смотреть. Или чего не брал Верещагин, мзду, я мзду не беру, мне за державу обидно и так далее. А Кузнецову, который играл Сухова из зала в «Звездном городке», зал еще больше этого, кричат, перечисли по именам всех жен Абдулы, уже перечисли, там их называют. Но он 6 вспомнил,
а из зала ему подсказывают все 10. Ну и так далее. Вот такая была там замечательная встреча. 12 лет он был дублером. На подготовке он ломал ногу. Его могли списать из отряда космонавтов, но он остался и продолжал работать, тренироваться. И свой первый полет он осуществил в возрасте 44 года. Представляете, что это такое, вот вы молодежь. И в первом же полете на Салюте 4 ему довелось отремонтировать телескоп, который находился снаружи станции. И он делал за счет своего отдыха, за счет своего сна, когда он вернулся, он отремонтировал его. Когда он вернулся на Землю, то ему влепили выговор за нарушение режима отдыха. Но с помощью этого телескопа был открыт неизвестный астероид, которому присвоили имя Гречка. Потом был Салют 6. На Салюте 6 ему довелось тушить пожар на станции и спасти станцию и экипаж. А еще на Салюте 6 ему привезли с Земли штемпель космической почты, на которой была написана космическая почта борторбитальной станции Салют 6. И он был официально назначен, и он должен был этим штемпелем наштемпелевать конверты для музеев разных стран, почтовых музеев. И он это делал. А потом этот штемпель надо было уничтожить, чтобы никто больше этого делать не мог, не на орбите. И когда я узнал о том, что есть возможность послать письмо ему, и я написал ему вот такое письмо. Это мы еще печатали на машинке, я дам это тоже в музей. Я прилепил здесь почтовую марку, где он был на Салюте 4 с Губаревым. Ну и задал ему ряд вопросов, в том числе о фотоаппарате, который я делал для него, для съемки в открытом космосе. Но я понимал, что он так занят, что никогда мне не ответит, и что вы думаете? Я получил такой ответ, где он своим твердым почерком подробно описывает, что с этим аппаратом, что необходима установка на дистанцию, потому что перед этим им какое-то сделали, они снять не могли. Не забыл передать всем привет директору Ленфильма, режиссеру «Белого солнца пустыни», ну, Эле, моей жене, за корешку, ну и так далее. Вот такой это был обязательный человек. Но когда он улетел во второй полет, буквально через 2 недели умер его отец. Он просил меня поддерживать отца, Жора просил. Это был замечательный человек, который полуглухим ушел на фронт добровольцем, всю войну провоевал, был ранен. И так получилось, что буквально через 2 недели он скончался, мне пришлось хоронить его. Но на Салют 6 впервые стали поставлять почту, газеты, журналы, просто привозить грузовыми кораблями. И тогда было дано указание ни в одной газете не печатать некролог про отца Георгия Гречка, чтобы он там на орбите не узнал об этом и чтобы не был испорчен полет, чтобы он так не расстроился, что-то не произошло. И 3 месяца он не знал ничего об отце. Когда были сеансы связи, и Романенко с семьей видел свою семью, он сказал, дайте мне связь с отцом. Ну, ему говорили о Михаил Федорович болен и так далее. Только когда он спустился на землю, он узнал о том, что отца уже нет почти 3 месяца. Он очень переживал, когда хотели затопить станцию «Мир», когда еще планировали это дело. Он писал сюда в печати, что она работоспособна, что это нельзя делать. Вот китайцы собираются ее арендовать. А наши говорили, что вот строится международная станция, вот там и потом будете гулять.
Ну и станцию все-таки затопили. Но на «Салюте 7», ну, вы знаете этот фильм про трагедию со «Салютом», когда он чуть не погиб. И когда он был восстановлен Джанибековым и Стрекаловым, то послали туда Гречко, чтобы обследовать, вот Людмила Кирилловна об этом говорила, обследовать стыковочный узел. Потому что перед этим Рюмин и Коваленко не попали в узел, ударили станцию, их спустили на землю, и никто не знал, поврежден ли узел, и можно ли продолжать полеты. Но там была какая-то своя интересная...